Привет с кубанской земли. За моей спиной баскетбол, это значит, что мы приехали на баскетбол, несложно догадаться. Локомотив Кубань сегодня встречают Химки. И для непосвященных это битва за третье место. Это одни из лучших клубов в России, опять-таки, кто не сведущий. Хотя, так тоже, пойдемте. Артём, очень приятно. Я так понимаю, рядом с баскетболом, и ты такой высокий, ты на баскетболист, да? Да. А ты играешь в Краснодаре? Дубль, да. Дубль, да. Дубль Локомотива. Что сейчас ждёте от сегодняшней игры? Только победы. Сможем мы шведа нейтрализовать? Конечно. Всё, друзья, сегодня победа. Спасибо. Спасибо большое. Всё. They use force to make you do what the deciders have decided you must do. They use force to make you do what the deciders have decided you must do. They use force to make you do what the deciders have decided you must do. Do what they told you. Do what they told you. Do what they told ya. Now you 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 do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. But now you do what they told ya. Еще раз. Да, распутывание проводов – это одно из самых неприятных в жизни любого современного человека. Хотя, у современных людей уже нет проводов. А еще раз учу! Спасибо, друзья!
Химками обещала быть жаркой, такой она и получилась. Настоящий блокбастер. Лока начал резво и победу первой четверти 24-21 омрачило лишь повреждение Хвостова. У него травма левого коленного сустава. Рэндл не смог полноценно заменить Дмитрия, и к середине игры мы оказались в роли догоняющих 42-43. Во второй половине у краснодарцев росы вынужденных ошибок, и в итоге гости отрываются до 9 очков на пике. И тут, за несколько минут до конца встречи, за дело берется Дмитрий Кулагин, ставший лучшим подобранным очкам в этом матче, у него их 21. И показалось, что все под контролем, но одна результативная атака, проигранный подбор под своим щитом после штрафных шведа, и как результат 83-87, увы, не в нашу пользу. Вот как резюмировал итог встречи новоиспеченный тренер Локомотив Антонипов. После травмы Хвостова нам пришлось использовать на его позиции Рэндла, которого мы брали на другую роль. В итоге наши взаимодействия были нарушены, и он совершил несколько потерь. Но даже при минус 9 мы продолжали сражаться, и проявленный моей командой характер позволяет смотреть в будущее с оптимизмом. Согласимся с коучем и зарядим своим оптимизмом команду 9 апреля в баскетболе, где в рамках единой лиги ВТБ к нам приезжает саратовский «Автодор». Друзья, закончился матч, к сожалению, для нас результат не положительный. Мы проиграли, но были близки к победе. Ты первый раз вообще, да? Да, здесь? Я первый раз. Стадион, баскетбол-арена вообще безупречная. Эмоции здесь бешеные. И общем, всех приглашаем. Да, всех приглашаем. Подписывайтесь на наш канал и болейте за спорт в Краснодаре. Сиденья-то мягкие здесь, удобно. А так, в принципе, красиво.